Привет, Москва. Мы находимся вот в этом вот городе, в городе Сан-Франциско, в одном из парков этого города. И здесь открывается обалденный вид на этот город. Сейчас утро, около 11 утра. Город весь в тумане. Мы надеемся, что скоро туман пройдет. Появится солнышко, так как в этом городе 300 дней в году светит солнце. Пока что мы этого не замечаем. Там видно, какой-то есть заповедник далеко. И где-то рядом с Сан-Франциско есть парк больших секвой. Только мы не знаем, как выглядит секвой. Поэтому, может быть, эти вот деревья, которые стоят рядышком, большие, кривые, изогнутые. Может, где-то есть секвой. You never know, как говорят здесь. У каждого дерева здесь есть свой номер. У этого дерева номер 135. Видно, за ними следят. Маленькие улочки недалеко от центра города. Памятник из дерева в виде девушки. Здесь очень много собачников. И собачки всякие разные, включая вот таких вот оранжевых псов у таких неординарных хозяек. Интересный момент, что все названия улицы дублированы на перекрестке на тротуарах. Видим здесь и вот здесь. Скорее всего, это сделано для слепых, чтобы они могли знать, на какую улицу они ступают. Вот так в Сан-Франциско передвигаются на велосипедах. С горки он тебя везет, а в горку ты его везешь. Интересная пробка под таким большим углом. Как интересно эти водители вели бы себя, если бы у них была механическая коробка передач. Мне кажется, они бы все уже скатились давно.